Итак, всем добрый вечер. Мы наконец-таки готовы. Да, с праздником вас. Александр, объявишь, какой праздник у нас сегодня? Как вы догадались, День пионерии. Да, все правильно. Да, как говорят, все волны. Да. Ну, первая песня, собственно говоря, у нас и будет «Комсомолка». Комсомолочка живет одна. Наверное, не просто жить без мужика. Вот так выражен комплимент насчет груди. На ней по три отличные висят значки. Я к ней подсел поближе, что же мне робить? Значки я захотел получше рассмотреть. Партия сказала она, да, комсомол ответил есть. Комсомолка не брат. Свой партбилет она за пять минут не сделала омлет, лишь только намекнул, что я голодный сейчас. Ведь месяц как увел мою какой-то раз. Я жалуюсь, но мол без баб совсем и никак. В мозолях мои руки, ведь не просто так. Я работящий парень, пусти и сверху. Могу хоть под окном тебе садить цветок. Лечу на мотоцикле, я в ночную даль. Неужто комсомолочки меня не жаль? Мне не с кем даже быть, поехать на парсес. Таких, как ты, приятно про КПСС. Партия сказала она, комсомол ответил есть. Комсомолка не продастся, не отдаст буржуям честь. Комсомолки для парсеса. Следующая песня запрещенная, да, поэтому называется «Демократия», вот так. Они летят на самолет.
Здравствуй, демократия, это лучше, что есть. От этой демократии стоят и душа все. Бомбардировка городов, к демократии шаг. И то, что это само благо, поверит лишний шаг. Прививая демократии с улыбкой на лице, гордо, нагло и нахально стоят на мертвеце. Здравствуй, демократия, далось все, что есть. От этой демократии стоят и душа все. Согласные полягут их лошадь автоматы. Демократия направит справедливых солдат разобраться в целом мире, уничтожить террор. Ну а пытки на допросах любой решает смор. Здравствуй, демократия, дала все, что есть. От этой демократии встает дым в шерсть. Демократии лишь только прикрывают от нас разразившиеся войны за золото и власть. Демократии они достали всех для захвата всей земли. У них не будет помех. Здравствуй, демократия, это ваше, что есть. От этой демократии встает и ваш шерсть. Здравствуй, демократия, это ваше, что есть. От этой демократии встает и ваш шерсть. А теперь один на планете из мужчин. Мода пошла на глобур и на геев. Всех мужиков поразила болезнь. Женщины в ахуе, и что же им делать? Грустная будет вся эта песнь. Нету друзей у меня уже больше. Всем нацепили какую-то дрянь. Что происходит, помилуй нас, Боже. Мир перешел предпоследний край. Я остаюсь один. Я остаюсь один. Я остаюсь один на планете из мужчин. Дети давно не рождаются в поле, а банки спермы все разорены. Планету окутала горькая горе, покинув когда-то пределы страны. Страна США, переносчик заразы, бабы рыдают без твердых мужчин. Кто же чинить будет им унитазы? Плюс геи искупили весь крем от мужчин. Я остаюсь один. Я остаюсь один. Я остаюсь один на планете из мужчин. Готовый вступиться с ними в сближение, подобно на как в селах с коробками вы. Я чем могу, помогаю, конечно, но скопаюсь, буду силой брать. Лишь у меня на красавец успешно все продолжает, как надо стоять. Я остаюсь один. Я остаюсь один. Я остаюсь один на планете из мужчин. Следующая песня тоже будет, разумеется, шуточной, веселой. А называется она «Апокалипсис». Сейчас.
пару секунд. Хорошим был для разорванных на мелкие куски. Трупный запах мертвечины перебить способны лишь мои носки. Носи вопли раздают за всех, за всех, со всех сторон. И такое ощущение, что пришел бабусю навестить дурдом. Сегодня на планете апокалипсис прошелся по земле. Это значит, что завтра на работу не иди, наверное, можно мне. Эй, эй! С неба падают кометы, беспощадно прямо на людей толпу. Вот уже чьи-то кишочки оказались прямо у меня на лбу. От вибрации планеты на частотах ультра низких для ушей. У девчонок вылетает силикон из перекачанных грудей. Апокалипсис сегодня на планете. Все в огне горит, деревья и дома. Это значит, что мне по ипотеке отдавать не нужно ни хрена. Уехай! Землетрясения и цунами по планете все проходят не спеша. Но не замечают люди, как волна в 3 километра хороша. Да чего ж прекрасна почва, уходящая куда-то прямо в ад. В небе солнышко взорвалось, хорошо, что в этом я не виноват. Апокалипсис сегодня во вселенной. Не беда, Господь создаст потом еще. Жалко только лишь одно, что не увижу, как по новой будет это все. Уху! Апокалипсис сегодня во вселенной. Не беда, Господь создаст потом еще. Жалко только лишь одно, что не увижу, как по новой будет это все. Уху! Все автографы после концерта, только после концерта. Я всегда готова. Следующая песня у нас будет лирическая. Все готовы к нашей лирической песне. Называется она «Ты сегодня не моя». Былое тело, все нервы на износ. Я поступаю смело, свернувши бородавку. Я сую язык в розетку, разгрызаю провода. Ты сегодня не со мною, ты сегодня не моя.
мне больно раны, но только не в душе. Я мученик нирваны, бредущий по шоссе. Я сую язык в розетку, разгрызаю провода. Ты сегодня не со мною, ты сегодня не моя. Моя, моя. Вся жизнь сплошной театр. Нету мне дали роль, открывший трансформатор. Изображаю боль. Я сую язык в розетку, разгрызаю провода. Ты сегодня не со мною, ты сегодня не моя. Моя, моя. Я сую язык в розетку, разгрызаю провода. Ты сегодня не со мною, ты сегодня не моя. Моя, 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 моя. Все попьют, я поговорю. Нас что, это, ведущие сбежали? Следующая. Мы по-прежнему всегда готовы. Песня как бы о тех людях, которые работают, когда все остальные как бы ерундой какой-то. Ерундой занимаются, как бы, и ничего не делают. Правильно? Да, все правильно Александр сказал, да. Это песня про настоящих трудяг. Все давно позакрывались. Кризис грянул на Европу. Люди как сыпи сорвались. Нафиг бросили работу. И никто теперь не хочет. Суки за станком стараться. Менеджеры и медсестры тоже стали увольняться. Как не стыдно, всюду только беззаботные бродяги. И лишь в порноиндустрии настоящие трудяги. Сверхурочно в море вода перед камерой мужчины. Девок прут во все ворота. И никто теперь не хочет. Суки за станком стараться. Продавцы и прокуроры всюду только беззаботные бродяги.
Идите в пушки от боли. Снято 100 часов оргазма. Но плевать им на мозоли. Ведь работать это классно. Остальные ж человечки и не думают стараться. Им бы просто беззаботно на диванчике валяться. И пускай всем будет стыдно, что живут за чей-то рубль. И лишь порно индустрии не ленятся сделать дубль. Не ленятся сделать дубль. Только в порноиндустрии настоящие трудяги. Это вам не экстрасенсы, шарлатаны или маги. Честно трудятся актеры, наполняя дно кармана. Остальное ж население просто сохнет у экрана. Следующая песня такая, скажем так, историческая. Она будет про средневековье, в те времена, когда ведьмы летали, там, черти и все такое. Про любовь там. Ну и про любовь там тоже будет, да, это точно. Она вообще не из этого концерта? У нас что-то из этого есть? Нет, из этого нет. Полная импровизация, поэтому песня будет «Инквизитор». Моей веры я не умею.
химеры, я инквизитор. Ты хочешь меня? Я инквизитор. Ты хочешь меня? Я инквизитор. Ты хочешь меня? Хочешь меня в общем, к концу нашего списка, наших, так сказать, знаменитых песен. Да. Вот. Следующая песня, если Ваня готов, Ваня почти готов, это «Воля больших городов». Людям в рожу направлен на доход. За страдания забыто, и вот так из года в год. Здесь чихают людям в рожу, направлен на доход. За страдания забыто, и вот так из года в год. Это воля больших городов, это воля больших городов, это воля больших городов, это воля больших городов.
на этом наша программа к концу подошла. Вот. Что, не подошла? Че, ну если у нас еще есть время, мы можем сыграть еще одну песенку, если хотите. Сыграем. Ну, раз. Да, «Навью» — это новенькая песня, нигде мы ее не играли. Раз все равно никого нет. Раз все равно никого нет, даже если облажаемся, ничего страшного, я думаю, не произойдет. Песня называется... Да. Но песня называется «Буду рад». Я надумал с похмелухи собирать электорат. Буду рад, вот теперь я депутат. Сам Владимир Путин лично мне вчера вручал мандат. Уе! 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 Всех вертел я на... Уе! 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 Буду рад, буду очень-очень рад. Песня третью неделю возглавляет хит-парад. Буду рад, если в честь нее парад. Проведу, чтобы все знали, какой, сука, я талант. Уе! 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 Дай рогу рак звезде! Уе! Буду рад, буду очень-очень рад. Все, спасибо вам, ребята, за поддержку. С вами было очень круто. Спасибо большое, это была группа Без. Аплодисментов, больше аплодисментов. Раз-два. Ну, а у меня вопрос непосредственно к вокалисту. Скажите, пожалуйста, вы любите группу «Сектор Газа»? Да, есть такое, да. Значит, я не ошиблась. Да, собственно, ну, это... Естественно, и в текстах, ну, естественно, в образе, в общем... Я вас поздравляю, вы несете образ этого прекрасного человека, имею в виду Юры Хоя. Ну и заодно есть что-то свое. Поздравляю. А мне, знаешь, что понравилось? Спасибо большое. Не, подожди, не уходи, сейчас скажу. Я бы немножечко песню изменил. Буду рад. И там про самогонный аппарат было. Боже, божественные слова, божественные просто. Ну а по бурнейшие аплодисменты мы вручаем благодарность за сегодняшнее выступление на Добром Роке. Да, ну и за Инквизитора, конечно же. Люблю тебя, Инквизитор. Это да, это, собственно, больные фантазии всех рыжеволосых девушек. Именно так. Так что спасибо большое. Лера, сегодня я про тебя очень много нового узнаю. Ну ладно, на самом деле мне еще понравилась, знаешь, песня вот эта лиричная. Такая лиричная песня. Была лиричная песня, я там сидел плакал.
Да, я сидел, плакал. Ты не видела, я плакал. У меня, понимаешь, я лиричные песни, когда слушаю, мне вот сразу сердце иначе начинает биться. И тут я... Окей, я поняла, лиричные песни я буду отображать под тебе. То есть, когда у тебя слезы текут, значит, это лирика. Да-да-да. Значит, можно парней на танец приглашать, да? Ну, а мы продолжаем тем временем и напоминаем, что сегодня у нас благотворительный рок-фестиваль. Добрый! Это мы собираем рок. Деньги на помощь ребенку. Ребенку деньги собираем, поэтому, ну, в общем, за билеты уже все заплатили. И кому не жалко, подкидываем. Где-то же есть коробочка. Кстати, Ваня, а где коробочка стоит? На входе. На входе коробочка, на входе, туда бабосики чик-чик-чик-чик-чик-чик сыпем, делаем добрые дела, сыпем бабосы, вот так. Не стесняемся, я все-таки напомню, да, что карма, карма у всех. Слушай, хватит уже про карму. Угу. Кто-то в нее верит, а кто-то в нее не верит. Ну, тоже логично. Тем более панки, как панки могут верить в карму? Вот мне интересно. Легко. Вот как раз панки давно.